Священнослужители описывают таинство схождения благодатного огня так. В середине кувуклии находится мраморное возвышение. Это плита, под которой гробница Христа. На середину ложа патриарх ставит лампаду, наполненную маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям прокладывается лента. Зажжение огня – удивительный момент. Люди ждут появления огня снаружи. Слышны крики, звон. Радостный момент. Это празднование воскрешения Христа. По словам очевидцев, перед схождением огня храм начинают озарять яркие вспышки благодатного света. Тут и там проскакивают маленькие молнии. И действительно, на замедленной съемке хорошо видно, что они исходят из разных мест храма. От иконы, висящей над кувуклей, от купола, от окон и из других мест, и заливают все вокруг ярким светом. Кроме того, между колоннами храма мелькают отчетливо видимые молнии, всполохи света, которые не причиняют никакого вреда стоящим людям. И вот внутри часовни появляется свет. Это совершенно удивительно. Это полное ликование, это полный восторг совершенно. И дикий страх до этого. Жуткий страх. Когда на Пасху сходит благодатный огонь, в храме не протолкнуться. Получить частичку небесного пламени выстраиваются целые очереди, которые тянутся далеко за пределы храма. Паломники со всего света приезжают в Иерусалим, чтобы посмотреть на чудо. Татьяна Шутова в Иерусалиме была не раз, но первая поездка стала для нее настоящим потрясением. Я как раз работала в Чечне. Я была сначала корреспондентом, потом работала в Международном комитете Красного Креста. И очень-очень, тяжеловато вот это вот все. И вот, понимаете, я просто чувствовала, как из меня уходит война. Ненависть. Совершенно невероятная ненависть, отчаяние полное. Это первая чеченская кампания, это где кровь, ненависть, предательство. Все самое страшное. И вот я чувствовала, как она из меня уходит. Важная деталь. Участники церемонии, греческие и армянские священнослужители, используют не слово «огонь», а «свет». Вот так историки в далеком IV веке описывали это явление. И мир Иерусалима стоит около святого гроба, при запечатанном им же самим входе, а христиане стоят вне храма Святого Воскресения и восклицают «Господи, помилуй». Тогда внезапно является молния, и кадила возжигаются. От этого света берут все обитатели Иерусалима и зажигают огонь. Ученые до сих пор не могут описать точный механизм схождения огня. Известно, что чудо происходит каждый год и только в православную Пасху. За несколько минут до торжественной церемонии израильская полиция заходит в кувуклию, чтобы проверить, нет ли там посторонних предметов, от которых можно было бы самостоятельно получить огонь. На входе в кувуклию священника обыскивают. Затем помещение опечатывают. Все паломники с напряжением смотрят на окошко возле входа. Именно здесь, через несколько минут, должна появиться рука священника с зажженным пучком свечей. Но происходит так не всегда. У меня мой друг понамарил там в течение 14 лет на гробе Господне, прямо аккурат в кувуклии. Он вместе с греками лицезрел язычки огня, которые сходили в обычный день. И огонь этот был виден, и лампады зажигались не обязательно в Великую Субботу, накануне Пасхи.